Моя зарплата установлена в соответствии с законодательством 986 тысяч тенге. Сейчас последняя зарплата, ну, ориентировочно 986 умноженная на 1,9. 1 миллион 800. Зарплата акимов сейчас повышена, и моя зарплата составляет в месяц 1 миллион 954 тысяч тенге. Моя зарплата созвучна их зарплатам. Она есть определенная тарифная сетка, и согласно ней я получаю зарплату. Я получаю зарплату такую же, как получают мои коллеги.